последнего слова последнее место. Итак, очерк «Пиши, читай» немного своих мыслей. Трикстер. Вегнавтика, пхутология. Зачатки идут с Тормеса. Парикмахерское кресло. Работа над ошибками. С чего все началось? В зале тишина, полная пустота, целый день никого. Воспоминания, основанные на реальных событиях. Кликуши. Жизнь со шрамом. Рубец, медицина, 7 историй, оставшихся на теле, любая стрижка. Откуда? Варна-йога, дхарма, карма, сансара, майя, мокша и йога. Мнение. Те, чья профессия требует физического тату-оборудования. Прикосновения – это могут быть и парикмахерские насадки для машинок, и ножницы с пластмассовыми держаками, всякие шапочки для милирования, крючки, в которых вкрапления существуют, с расческами и кисточками для растяжки цвета. Все это помогает для того, чтобы достичь яркого результата. Прикосновение к клиенту. Третье и четвертое факторы. Например, парикмахеры или люди, специализирующиеся на уборке. К примеру, дома, либо на уборке, перекладке вещей с места на место на работе. В том числе уборка за клиентами, подметание волос, совок, веники на рабочем месте. Так и уборка дома. В том числе за своими домашними питомцами, тварь. Что ты творишь, животное? Есть такое выражение. Далее. За уборкой полов и подоконников, стирка белья, режим полоскания и отжим. Никакой другой режим, только полоскание. Вынос кала за животными в пакетах, которые обязательно не должны принадлежать пакетам для продуктов питания, для себя, того или иного гипермаркета. Сортировка такового мусора. Отделение даже корма кошачьего от своей собственной еды, чтобы кошка не могла каким-то образом переместиться в тот или иной продукт. Например, мука. Там нарисован хлеб, и кошка становится хлебом, нарисованным, и живет там, пока не произойдет сортировка, пока она не будет жить на своей упаковке ее любимого корма. В общем, мнение – это дискриминации по этому признаку. Что было за последний год, полтора года, в чем заключается круиз, трикстер-круиз, который подходит к своему заключению? Это мифологические трикстеры, которые были пройдены. Hair Tribal Custom Instagram колонка была утеряна. Утеряна также аватарка на Ютубе. Что такое трикстеры? Это где ребенок Кришна, Кришна-индуизм, где еще герои мифологии народов Северной Америки. Первое. Где еще герои мифологии народов Африки, это обязательно второе, и они не должны меняться друг с другом. Где еще герои мифологии народов Европы и Азии? Где персонажи государственных и мировых религий? Очерк «Пиши, читай». Далее. Литературные герои. Ребенок Бала Кришна, Кришна-индуизм и продукты биоинженерии будут идти после литературных героев. Может быть, будет сделана какая-то еще одна работа над ошибками, но будет в том числе Кришна-дара, это современное изображение Бенин, Легба, Легба, Л-Е-Г-Б-А, в центре сидит на суде. Далее, с изображения идет прана. Прана – это запах, воздух, кислород, запах, к примеру, от красок для тату-оборудования. В жертву папе Легбе приносится белый петух,
Белый петух, литературные герои, герои сегодняшнего дня из Тормеса, говорящие традиционные портреты. Это пхутология, вегнавтика, говорящие традиционные портреты. Кофе, ром, табак, сигареты, маленькие игрушки из Тормеса, опять же, говорят о традиционных портретах, взглядах, на которых можно заработать, зарабатывать на парикмахерской стойке. Парикмахерская стойка – это стойка за креслом. Парикмахер никогда не оказывается в кресле с клиентом, никогда не делит с ним их места мифологии Америки. Трубочный табак, кукурузные трубки из Тормеса, говорящие традиционные портреты. Кокосовые орехи, сироп, ликер, коньяк и кониум. Образование. Коньяк – это пенициллин, это тот же самый кал. Кал, говно, навоз, помет, в том числе и кошачий, который можно собрать дома и отнести в мусорный строительный контейнер. После коньяка и кониум образования пенициллин идет как раз кола. Напиток кола или колла – это есть некий человек какого-то учреждения, например, продуктов, биоинженерии, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты и другие. Кола – это такой человек из ближних к России стран, Азербайджан, Баку, потом близкие к Азербайджану страны. Они не любят, когда о них говорят, и поэтому они скрывают мысли. Они ловко умеют это делать, поэтому кола внесен в список ЛГБА. Орешки, сладости, мороженое, шоколад, сигары, сигарилы, жареная и копченая курица, приготовленная прямо на улице. Это особый вид трапезы из Тормеса. Тормес – это река. Река, речка, говорящие традиционные портреты. Здесь идет речь именно о себе. Говорящий традиционный портрет больше о себе, не о родственных связях с отцом или матерью. Ямс, леденцы. А леденцы что это такое? Это видеосъемка и звукозапись во время видеосъемки. У меня на работе есть такая круглая видеокамера, которая висит в самом углу над раковиной, над мойкой для волос. И вот она записывает звукозапись. И телевизор показывает превосходно, со смыслом для зачатков. Именно я концепции, звукозапись и видеосъемка. Звук становится потрясающим. Все шаги слышны, скрипы дверей и тому подобное. Торты, рахат лукум. Рахат лукум – животное, тварь, что ты творишь. Колючая проволока, рахат лукум. Пирожное из истории. Все курят и пьют ром, сдобренный жгучим перцем. Кола обрызгивает ромом толпу, так как он владелец гиперпродуктов биоинженерии и кониум, пенициллин, образование. И ждут нисхождения духа бароны субботы и кониум. И кониум дух барона субботы пропах пенициллином. Барон субботы считается покровителем всех бандитов и головорезов со смыслом с Тормеса, собственно, как и Кришна, как и Бала Кришна является таким же покровителем плохих парней на самом деле. Итак, привет тебе. С последнего слова последнее место. Лис Микита, казак Мамай, фольклор народа украинцы. Лис Микита, очерк, персонаж украинских сказок
Иван Франко, он не стал скрывать свое простое имя, лис Никита, крашеный лис, фарбованный лис. Украинский сборник «Лис Никита, когда еще звери говорили». Создатель Иван Франко, его простое имя невозможно скрыть, его пол мужской, возраст его героя 5 лет по биологически и 43 по человеческим меркам. Он семьянин, очерк, краткое описание персонажа, пиши, читай, лис Никита. Никита, крашеный лис, фарбованный лис. Его можно охарактеризовать как рассудительного, хозяйственного, запасливого и, конечно же, хитрого лиса. Он убежденный семьянин и очень любит свою жену и детей своих лисят. Они не покидают его. Но он, некогда оклеветанный недоброжелателями, вынужден отправиться во Львов к волкам, которые прикинулись львами. Настоящие пумы, пантеры на заклане. Его заклинают, колючат. На какое-то время он спасается, и его спасает красноречие, его талант публичного оратора. В данном случае видеосюжеты не публичного характера, а там было все по-другому. Там были публичные, красноречивые высказывания фарбованного лиса, крашеного лиса. Так или иначе, в итоге он чем-то разоблачен, и ему приходится доказывать свою правоту на Божьем суде. Выйдя на поединок с волком, который прикинулся пантерой, ягуаром, тигром, львом, где лис поначалу терпит поражение от волка, который прикинулся кошкой. Тот зажал лапу лиса в пасти, но хитрый Никита побеждает противника неожиданным ударом в живот свободной лапой. Потом лес начинает реабилитироваться. Канцлер назначает его вновь публичным оратором и признает его талант. Помимо сказки Франко, был написан также сюжет «Публицистическая байка. Звериный парламент», где Никита, политический деятель, сам Франко о происхождении персонажа написал следующее. «Сия стихотворение, сказка, которая вы, долгие братья, вероятно, уже читали, над которой кое-кто может только смеяться, а кое-кто может и глубже пройти вниз и призадумается размышлением, что у нас между крещенными людьми и не такое творится». О, здесь в сказке рассказано, сие не моя выдумка, а имеет свою историю. Очерк «Пиши, читай» слово в слово. Есть и второе издание книги, оно имеет послесловие. Кто такой лис Никита и откуда он родом? Все последующие указания сказки содержат различную информацию и отличаются друг от друга сами по себе. Есть информация о множестве лиц, авторы, которые пожелали остаться неизвестными, так как их имена были слишком старыми, спертыми, они оказались полностью проперженными. И, честно говоря, они просто являются подражателями бумаги. Она же культивирует вегетарианство, бретельки, сосисок и сарделек. Отдельные из них члены требовали однажды исключения лиса Никиты из украинской литературы. Якобы лис Никита не нравится Хрущеву, и Хрущев должен запретить все потусторонние звуки, которые он слышит. Его это бесит, чем, по сути дела, по мнению, спас лиса Никиту фольклор для будущих поколений. Возможно, сегодняшнего поколения, сегодняшнего слова. Лис Никита – персонаж в популярной культуре. Он может донести до людей правду,
закадровый смех. Ему посвящены публицистические одноименные журналы, спектакли театра, где актеров защищают покрытие напольное, книги. Микиты посвящено множеству творческих переработок художественных и переработок анимационных. Будет сделана маленькая работа над ошибками, чтобы не ударить перед пхуты в грязь лицом. Но это не будет все так серьезно, потому что политика данного видеодневника ничего не запоминать, а просто прочитать написанное, так как делается работа. Очерк «Пиши, читай, казак Мамай». Также казак буренист, бандурист, закадровый смех. Один из самых популярных на Украине образов казака лыцаря, в кавычках рыцаря. Своеобразный идеал украинской мечты той эпохи, идеализированный образ казака и своеобразный духовный символ. Его пол мужской впервые появляется в народной украинской кукольной театральной системе, так называемом вертепе. Кукла-варежка, кукла-перчатка наподобие Петрушки. Картина «Казак Мамай» появляется с середины «Жили-были, да добра наживали» века. Символ стал настолько популярным и метким, глубинным образом среди народа, что даже конкурировал, не от слова «конкулятор», конкурировал с иконами. Многие исследователи склонны отождествлять образ казака Мамая с Бек-Лярбеком, Золотой Орды Мамаем, от агузского племени кият, чьи потомки участвовали в формировании казачества на Украине. В то время же лишь единицы из картин канона в оригинале имели подобную надпись. Большинство датируются Коливщиной. Было иначе персонализировано, что позволяет иным образом напоминать главного персонажа. И, соответственно, сами картины. Казак Мамай в фольклористике. В основном он изображен на картинах. Он сидит, играет на музыкальном инструменте, позади него лошадь. «Пиши, читай» очерк «Краткие свидетельствования». Канонический образ казак, бандурист, сидящий со скрещенными ногами, как Будда, либо другой индийский бог. Среди дополнительных элементов чаще всего встречается горилка и закуска, дуб рядом пасущегося коня, казак. На картинах времен Коливщины, как правило, также присутствуют сцены казни врагов. Сказания о казаке Мамае можно встретить среди народных легенд, переводы и прибаутки. Прибаутки, но лучше всего его образ воспроизведен в народной живописи, где казак в бархатном жупане, сафьяновых сапогах и синих шафрановых. Круглая выбритая голова с закрученным за ухо оселеденцем. Длинные усы, черные брови, карие глаза. Вычурный образ казака, наподобие моей сегодняшней прически, тонкий нос, румяные щеки, портрет красавца-молодца. Видно, что ему могут помешать такому красавцу-молодцу, который лучше всех, которым он сложился в народном воображении. Эта история с подтекстом «Казак Мамай» на таких картинах всегда нарисован с кобзой, которая является символом певчей души народа. Известно, как относятся простые люди к такому казаку. Конь на картине символизирует верность, доброту, силу духа. Часто на рисунках, в кавычках, мы видим изображение копья
с флажком казацкого штофа и рюмки. Эти вещи все обладали пхутами, албасты, весенней чертовки наподобие русалки, домовыми, которые прячутся в вениках и других предметах быта, связанные со смертью. Казак, копье ставятся на месте захоронения, штоф и рюмку клали на могилу. Есть такие поверья у народа, их воображали, рисовали, они напоминали о множественности жизни, о казацкой судьбе, в которой угроза смерти в бою была повседневной реальностью. И до сих пор есть на такой яркий образ казака Мамая угроза повседневной реальной смерти, либо драки. Казаку могут оторвать все его прибамбасы, разбить или забрать себе его предметы. И до сих пор люди ходят именно такими, какими рисовали на картинах на полотне эту историю. Она напоминает этот лесной ковер. На стенах зданий, окнах посуда, ульи и даже на дверях яркие сочные краски. Часто с надписью на украинском языке. «Пиши, читай», переводит. «Я казак Мамай, меня не занимай, меня не трогай», что значит в переводе. Но не до всех доходила эта информация. Его трогали и могли бы потрогать не только физически, но трогали и его лицо. Пятнали его лицо, в том числе при помощи указательного пальца. В том числе создавались группы, которые посвящали свою деятельность именно загробной жизни, мертвецам, все, что связано с тем, к примеру, есть район жизнедеятельности, в котором запрещены психотропные наркотические препараты. Там распространена загробная жизнь. Там человек не боится покойников и посвящает всю свою жизнь этой категории. Например, человек может почувствовать себя в маленьком-маленьком поместье, к примеру, на лестнице, очень маленьким собой. Там дубы, там крашеные деревянные строения, там свечи. Стулья, стол. Это стол, на нем едят, это стул, на нем сидят. Там ковры. Все это шаги, видеозапись и звукозапись, которая мне приходилось говорить ниже в начале серии, немножко напоминает именно о той загробной жизни, о которой говорю лично я. Создавались лично группы людей, которые мешали истине. Такие люди, их можно услышать и здесь, и сейчас, которые являются отщепенцами биоинженерии, продукты, телевизионные отбросы, всеразличные КВНчики, комедианты. Это плохие люди, которые требуют осуждения и есть осуждены просто в моих строках. Это свидетельствовало о доброте, независимости и веселом нраве хозяев произведений. У казака Мамая была маленькая популярность. Он описан ниже, ему посвящены многие картины, упомянутые ниже рисунки, которые дошли до нашего времени. Точка измерения. Они украшают не только дом, но и рассказывают о вкусах, о мировоззрении хозяев картин и прочих плоскостей. Градации морального толка. Например, все они будут ниже описаны. Пытаясь объяснить популярность у украинцев образ казака Мамая, советский историк, который пожелал остаться неизвестным в своем имени, оно было непроизносимым, оно было проперженным, пропуканным. И не хотелось видеть этого человека в качестве
твари. Что ты творишь, животное? Его истоки в Полтавском княжестве, княжестве Мансура, истоки, созданные потомками Мамая из рода Киат. Пиши, читай, буква в букву. Произносит эти слова. Портрет воина, бандуриста мог появиться сперва как собирательный образ пограничного жителя княжества Мансура и его ближних потомков. Портрет Мамая, но еще не Мамая и тем более казака. А для композиции этого портрета могло быть использовано какое-то произведение восточной живописи. Скрещенные ноги, чайная церемония, музыкальная церемония, нахождение себя на природе в самое раннее время суток, конечно, крепкий сон в перевал, либо специальные встречи в полнолуние, полулуние. Они имеют хождение у мансуровых татар. Такие встречи, едва ли они не сохранились еще от монгольских времен, старая буддийская религиозная картина Будда, сидящий со скрещенными ногами, размышляет над смыслом, над жизнью, которая давно забыта. Этот Мамай полутатарин, полусеврюк, написано получерными буквами, а татарин синими. Полуафганец. Был еще далеко не украинец, был еще далеко не русский по своему этническому самосознанию и культурному облику, если собрать такую сложную прическу и присмотреться, но лишь на секунду к себе. Но успешно защищал свое славянское население Украины от крымских набегов и потому стал весьма популярен. Очерк «Пиши, читай» о казаке Мамае есть в искусстве. Живопись, коллекция картин, которая хранит и экспонирует Украинский центр народной культуры. Музей Ивана Гончара. Поэзия, надпись, поэзийская старая картина с казаком Мамаем. Буква в букву, пиши, читай. Не завидую никому, ни панам, ни царю, Богу своему, святому, а за все благодарю, хотя титлом и не славен, та жизнь весело веду. У делах своих исправен, я вовек не пропаду. Здесь есть буква «Э», которая является знаменитая буква «Э» в зеркальном отражении русской буквы, которая делает весь стиль, весь образ любому фольклористу, начинателю литературы. Литература. Писатели, которые пожелали в своих именах непроизносимых, потому что были пропержены и сперты, остаться неизвестными. Казаку Мамаю написан фантастический роман. Хочется сделать отступление, и пусть им будет стыдно за то, что их имена остались такими, они такие и есть. По народным источникам, еще приключенческие повести для детей были написаны от центра «Казак Мамай» и аудиокниги, кинематограф и музыка. В 2003 году на киностудии имени человека, который тоже был труднопроизносимым, потому что был спертым, проперженным, и пусть этим людям будет стыдно, которые пользуются моими внешними данными для того, чтобы напялить на себя весь гардероб парикмахерского зала, кисточки, расчески, заколочки. Фильм был снят «Мамай». Его можно посмотреть. Музыка. В музыке образ казака Мамая нашел свое отображение в песнях. «Кому вниз» и «Вопли Водоносова». Пока тебе.